Фредди, ты закончил. Садитесь, мистер Грин. Я слышал, дела у вас пошли в гору. Вопреки всякой логике. Не зря говорят, чем труднее битва, тем слаще победа. Мудрец говорит, что в мире существует только одно правило. Крохотный вопрос, от которого зависит наша удача. Чем чаще будет звучать этот вопрос, тем сильнее мы будем становиться. Вы поняли, что это за вопрос, мистер Грин? Что это дает мне? Я предупрежден, что, пригласив вас за стол, могу об этом пожалеть. Что вы преисполнились амбициями, мистер Грин? Что вы стремитесь подмять под себя бизнес? В частности, мой бизнес. Но ведь мы оба знаем твои способности, Джейк. Ты человек, которому нужен хозяин. Ты наемный работник. Так что это дает мне? Возможность услужить своему наемному работнику, в то же время указав его место, данное ему судьбой. Ну, рада. Сколько там? Не пойму, ты тут при чем? Сыграем на все. Что ж, вызов брошен. Принимай, не изводи себя зря. Ставлю 1/10. Любишь рисковать, рада, как я посмотрю. Я возьму красную. Очень впечатляет, мистер Грин. Шлифовка таланта прошла успешно. Заплати ему, Билли. Нужно было все ставить рады. Научи меня этому трюку. Идет. Только подбросим на всю эту гору. Вас что-нибудь смущает, мистер Ди? При маленьком мозге у тебя слишком большой рот. Кто бы говорил? Мне фиолетовую. Ну ладно. Отличный цвет фиолетовый. Аккуратно зажатый в цветовом спектре между синим и белым. Он приносит выигрыш. Билли, прошу тебя. Не двигайся, мать твою. Не добавляй проблем больше, чем может вынести твое тело. Поступим так. Проиграешь — двойная ставка. Выиграешь — в расчете. Годится. Быстрее.